Севастопольским детям напомнили о правилах безопасности во время каникул. Показательное выступление для ребят, отдыхающих в летнем лагере при школе номер 57, провели сотрудники местного управления наркоконтроля и служащие кинологи. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Севастополю. Под руководством кинологов собаки-полицейские выполнили различные трюки, а также искали подозрительные предметы и задерживали правонарушителей. А после выступления ребята смогли лично познакомиться с мохнатыми правоохранителями и примерить костюм кинолога. Кроме того, для детей была организована выставка оружия и специального снаряжения. Полицейские рассказали ребятам о каждом экспонате и его назначении.